Что ж, друзья, не слушали мы еще на моем лайв-канале замечательного российского певца Кирилла Туриченко. И я думаю, что стоит нам эту традицию разрушить и послушать выступление, которое вы мне скинули, кстати, за что вам огромное спасибо. Это первое выступление Кирилла Туриченко, и вот что он написал о нем в Инстаграм. «Самым запоминающимся выступлением в жизни я, конечно, считаю самое первое. Еще в детстве меня пригласили участвовать в телепроекте «Утренняя звезда». Мне было 11 лет, и я помню, каким волнительным было ожидание выхода на сцену». Полностью с этим постом вы можете ознакомиться по ссылке в описании, а мы приступаем к прослушиванию. Кирилл Туриченко, 11 лет, город Одесса. Город Одесса, 11 лет. Кирилл, пожалуйста. Что ж, друзья, потрясающие архивные кадры мы сейчас с вами увидели. Надо сказать, что уже тогда, вот судя даже по этому первому впечатлению, чувствуется огромный творческий потенциал у этого юного парня, который воплотился в действительно крайне талантливого артиста, которого мы можем сейчас слышать и радоваться, и наслаждаться его творчеством. Что же, а если вам пришлась по душе эта видеореакция, конечно же, не забывайте подписываться на канал Горинов Лайв. Слушайте хорошую музыку. Всем замечательного настроения и до новых встреч. Увидимся.